Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас в студии в программе 777 ТВ фронтмен группы «Гранитный цех» Юрий Карпиков. Привет, Юрец! Я вот подготовил для тебя несколько вопросов. Хочу задать. Ты никогда не думал о том, что русский рок-поэт – это каннибал, смакующий собственное самопожирание в стихах? Думал, что ты каннибал, занимающийся самопожиранием. Скорее, даже, наверное, Люцифер, я думаю. Наловили бы поэтов и жрёв. Вот видишь, как? А на самом деле... Так... Может быть, это просто все из-за голода, из-за какого-то, из-за творческого голода. Из-за того, что скорее, знаешь, и все дело в том, что наши русские поэты, они не имеют больших денег. Я не имею в виду людей, которых поэтами ты даже не назовешь, ну, какого-нибудь там, Иосифа Пригожина там. Юр, а вот послушай. Как ты считаешь, рок-н-ролл сам награждает своих героев стигматами мученичества? Или у них есть выбор уйти от роковой судьбы? Конечно, тут несомненно, что он и награждает, но и есть и выбор. То есть, как бы, ты всегда можешь выбрать, что тебя будет награждать. То есть, либо тебя будет попса награждать, либо тебя будет награждать, предположим, русский рэп, что нынче модно в молодежных кругах. Вот. Но... Что касается рока, то он тоже награждает сам. Ну, я имею в виду, не кто-то другой, именно рок. Союз нерушимый, республик свободных, сплотила навеки Великая Русь. Юрец, вот существует мнение, что творцы ничего не делают сами. Их тела используют музы для продвижения своего творчества. А в остальное время, когда она покидает избранные ими тела, они занимаются своими обыденными делами. Колются, бухают, пьют, пытаются влиться в социум. Что ты об этом думаешь? Ты пытаешься влиться в социум? Я из него не выливался. Ты его хоронишь в социуме. Я, да. Ты один из толпов социума, короче, да? Я как бы... Ну, я выделяюсь все равно из них. То есть, ну, а слышь, это... И в то же время нет. Муза-то тебя использует? Нет? Да, понимаешь, в чем все дело? Использую музу я. Почем муза в Москве? Муза? Ну, смотря какую музу ты имеешь в виду. Ну, хрен знает. Есть лирика, да. Вот в том... Наверное, вот в том туалете, про который Володя рассказывал, там муза не особо дорого там продается. А в каком туалете? О, на улице Мельникова есть общественный туалет, причем он подземный. И вот по утрам оттуда выползают такие персонажи. Вот я думаю, что муза, это те самые музы. Я вот их в лицо узнаю. Смотрю, о, Клио, о, Терпсихора. Вижу, это они. Вот видишь, когда их тела покидают муза, они оттуда выползают. Вот в чем дело. И вливаются в социум, как бы так. А как это? Они причем в... вливаются. Да, вливаются. Уверенно. Юра, а вот существует такая тенденция, почему большинство известных творческих личностей тяготеют к маргинальному образу жизни? Это влияние семьи, общества или осмысленная жизненная позиция? Тяготел и вел своего рода маргинальный образ жизни, но потом понял, что мне это надоело, и сейчас мы сидим, питаемся. А почему маргинал должен плохо питаться? Ну, да, мы его заказали... В шикарном ресторане. Вот ты маргинал, ты же плохо питаешься или нормально? Или ты не маргинал? Это вепий маргинал. У меня просто три вопроса сразу, как бы. Я помню, вот сколько головы, поскольку мы с тобой не знакомы, то есть только что встретились. Ты пришел просто, понимаете, в гость, как бы, и мы вот сейчас... Маргинал, так бывает. Познакомимся. Один маргинал, другого маргинала. Да, я убирался просто в квартире, ребята, приехали, вот. Попросился остаться. Посидеть, можно мы посидим? По маргинале мечать. Да. Открыли холодильник, а здесь вот что идет. Короче, ответ на этот вопрос таков, что маргинал питается отменно, да? Да, именно. Он обязан это делать. Юр,
Ерец, а вот по моим наблюдениям в последнее время в провинции понемногу возрастает интерес к акустическому року, сырому электрогитарному року и серьезным текстам. А как обстоит с этим дело в столице нашей Родины? Есть у молодого поколения порох в пороховницах? Ну, вообще у молодого поколения нет будущего, я должен сказать. Потому что они носят узкие такие штаны, но вот в области яиц они свисают по колено. То есть, как бы, а это, ну, это сочетание несочетаемого. И по всей причине, я думаю, что далеко они вот в таким вот брасом, скажем, не плывут. Понимаешь? Логично. А вот. И что касается всего остального, ну, не знаю, надо подумать. Юрец, а что для тебя есть рок? Способ докричаться до суеты или способ уйти от суеты? Для меня рок это... Это... повеселиться. Наверное, знаешь, как бы, уйти скорее от суеты. У тебя это, короче, на уровне хобби, да? Нет. Нет, да? У меня это на уровне получения удовольствия. Даже я бы сказал не так. Уйти от суеты, создав суету. Да, вот, кстати говоря, да, именно. Причем профессионально создав. Ну, понимаешь, в чем дело? Хобби – это когда ты пошел мяч попинал в воскресенье, допустим, с друзьями, после чего нажрался пиво и в самых штанах приехал домой, как бы нервом отдать жене, предположим. Здесь нет, несколько другое. Что это не хобби, кстати? Играть в футбол или? Я перечислил просто три года. Сразу, да. Вот, и как бы... Ни одно из них я не приветствую. То есть, для меня рок-музыка, правильно, так же был поставлен вопрос. Да. Это скорее, наверное, все-таки образ жизни, которому я посвящаю большую часть времени и чем чему-либо еще другому в своей жизни. Это весело. Юрик, есть ли у тебя какой-то особый сезон в природе, когда ты чувствуешь, что небо открывает перед тобой библиотеку откровений? Когда тебе лучше пишется? Днем, ночью, а может осенью или весной? Ну, конкретного нету, нет. Ты похуй, пишешь, короче, текста, там, музыку, когда захочешь, короче. Да, штырь постоянно. Да, когда? Я просто этим постоянно занимаюсь. Поэтому как что-то вот выползает, так оно и выползает. Ну, как-то, блядь, оно происходит. Я не, как бы, не слежу за цикличностью, то есть, когда это происходит. Под луной или это, под солнцем, допустим, или еще когда-то. Ну, как-то появляется и появляется. Увидел какую-нибудь хуйню на улице, предположим, понимаешь? Приехал домой, накидаю строки, накидал несколько строк, завтра продолжил, там, или через месяц. Вот и получается. А кого-то расширение по утроить, ты увидел на улице? Да, это я увидел именно, как бы, это сосед. По парте в школе мой был. Юра, почему мы чаще чтим своих героев после их смерти, чем при их жизни? Возможно, потому что они переходят в ранг небожителей? Или же это какая-то особая форма некрофилии, заложенная в человека природой? Я вот не знаю, почему вообще так на самом деле. Почему-то начинают людей ценить, когда их нет. Ну, ну как бы да, но это всегда так происходит. Да. Это всегда так происходит. Ну, блин, да. А вот даже если в твоей жизни человек ебанат какой-нибудь, вот когда он умирает, о нем говорят только хорошее. Ну, хуй знает, не скажи, я не всегда так поступаю, как бы. Если человек был мудаком, так его мудаком можно и после смерти называть, я считаю, это правильно. Да, к мудакам более чрезвонительно относятся. Это ты знаешь, как звучит, типа, блядь, да, мудак он был, блядь, но дурень у него как иногда хорошая водила, да, типа того, короче, как-то так. Да. Если водилась она, а если я на не водилась, понимаешь? Тогда просто мудак. Просто мудак. Прикиньте, мудак, блядь, как его еще по-другому называть? Надо смотреть правде в глаза просто. Но с деньгами. На деньгах. Он более нежный. Но на деньгах. Нет. Мудак, просто мудак.
Не, бывают же и просто мудаки. Если человек при жизни был мудаком, после смерти можно просто говорить, ну, нужно скорее, будет как бы более этично просто называть его мудаком, но не рассказывать, по какой причине он таковым являлся. Вот дальше был мудак. И на этом точка. Да. Все. Ну не будем об этом. Многоточие. Ну, многоточие, каждый пусть сам на себя решит. Да стопудово найдется, что кто-нибудь скажет, а жена у него пиздатая. Юр, а вот многие песни гранитного цеха звучат достаточно мрачно и веют ноябрьской безнадегой. Насколько для тебя важен мрак в граните? И считаешь ли ты свою группу цехом для создания мрака или отображением мрака реальной жизни? Ну, по-моему, для меня все песни там очень веселые, и мрака там никакого нет. Наоборот, там как-то все красочно и так вот по-ЛСДшному, скажем. Не знаю, где там мрак-то. Почему все-то песни, по-моему, все очень веселые даже. Танцуй не хочу. Виталик, выйдет, ты как будто спрашиваешь. По-моему, очень веселая композиция. Юр, ну спасибо тебе за содержательные ответы на поставленные перед тобой вопросы. Желаю тебе всяческих успехов, в том числе творческих, и долгих лет жизни. Давай, братуха!